11 лет. Это много или мало? Нам сейчас кажется, что они пронеслись какое-то мгновение. И все-таки мы их никогда не забудем. Мы уезжаем в дальний путь, но сердце в школе остается. И вы запомните нас такими, веселыми или грустными, талантливыми и бесконечно любящими вас. В общем, вы запомните нас такими, какие мы есть. А если забудете, еще раз пересмотрите наш сегодняшний фильм. Он напомнит вам о нас. Будем тише смеяться, о-о-о. С улыбкой альбомы детства листая, какими были, какими стали, о-о-о. Все быстрее оно наступало, даже завтра начнется с утра. А сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. Приглашаем вас к своим деткам для общего фото.